Всем привет, меня зовут Владимир, и в ближайших роликах мы с вами посмотрим эти наборы LEGO Chima. Новинки 2015 года, ну, можно сказать, батл-паки, они так и называются, батл-паки по разным кланам. Начнем мы с вами обзор вот этого набора. 70229, лагерь клана Львов в русском переводе, Lion Tribe Battle Pack в английском варианте. К сожалению, у меня коробочки от набора нет, его мой ребенок удачно распотрошил, и коробочка пришла в полную негодность, поэтому показать я ее вам не смогу, эту коробочку. Давайте сразу посмотрим, что внутри коробки было. Пакеты остались целыми. Открыв коробку, мы, естественно, видим инструкцию, два пакета с деталями и отдельно пластиковое знамя. Пластиковое знамя, на нем прям 2015 год написан, свежее. Поскольку коробки у меня нету, рассмотреть нам нечего, давайте подробнее на инструкции глянем и вообще на этих батл-паках, что они из себя представляют. Естественно, сборка обычных мини-фигурок. И в самый конец перейдем инструкции. Детальки, соответственно, Лего клуб, реклама Лего клуба и наборы. 15-й год посвящен борьбу огня и льда, противоборствующие стороны, различные всякие механизмы. Вот на последнем развороте инструкции мы видим мини-фигурки 15-го года. Все батл-паки, они имеют по 3 мини-фигурки, все эти 4 батл-пака. Причем главная мини-фигурка, у которой есть свое имя, она одна, как правило, по-моему, одна. А остальные две мини-фигурки так и пишутся на всяких ресурсах: Воин 1, Воин 2. Так вот, набор 70229. Здесь мини-фигурка вот этот, главный герой этого набора, Льела. Вот даже написано, что это 70-229 набор. Давайте перейдем к сборке. Это можно, я думаю, на камеру собрать, поскольку тут и собирать-то, наверное, и нечего. Распаковываем наши детальки. В наборе всего 78 деталек, поэтому это всего ничего. И давайте соберем. Тут главное не запутаться в ногах, руках мини-фигурок, поскольку ну, похожие мини-фиги. Вот эти ноги, по-моему, одинаковые. Одинаковые, а вот эти отличаются. Значит, вот эти ноги нашей героини Льелы. Собираем. Золотая бронька. Ой, с головы бы тоже не запутаться. Поскольку эту девушку, у нее явно должны быть накрашенные губы. Ребят, как здесь все сложно на самом деле. Ну вот правильность голов. Вот здесь, как вы видите, две головы девушки. Львицы, так скажем. И чтобы не запутаться, на инструкции вот нарисовано вот такое злобное лицо вот на этой мини-фигурке. Злобное это вот оно. Значит, мы сейчас собираем вот эту девчушку. Наверное, я все-таки обманул вас, не так быстро это все собирать, поскольку еще понять, какая мини-фигурка к какой относится. Вот это у нас львицы, обе львицы. Бластер здесь как в Звездных войнах. Ну, с небольшим таким добавлением чимы. И стреляет он не прозрачными пимпочками, а такими обычными. Не, я думаю, надо будет все ускорить. Достаточно нудно это что-то их всех собирать, этих ребят. Что-то мне уже это как-то не вдохновляет. Это все будет уже в ускоренном виде. Вот здесь пауза. Интересная новая деталь. Вот такой вот вещь, стреляющая дисками. Диски вставляются посередине. Они упираются вот в эти штучки. Соответственно, когда мы нажимаем, диск вылетает. Механизм сделан таким образом, что нажать вот эту штучку, оно выпускает диск. Механизм достаточно простой, то есть под напряжением находится деталька в механизме, и когда мы ее
подталкиваем, она улетает. Вот здесь мы ее закрываем, ставим сюда. И вот сюда, когда вставляем диск, техникоська будет его выталкивать. Сборка набора была недолгой, но весьма такой нудноватой, поскольку нужно было правильно выбрать лица этих мини-фигурок. У кого-то это может нравиться, но мне как-то так не впечатлило. Тем не менее, набор я собрал. После сборки набора осталось большое количество экстра деталей для такого набора. Из интересных — палочка, причем палка длиной в 3, золотистого цвета, не такая частая. Ручка. Практически маленький золотой лазерный меч, короткий. Интересные клыки, длинный и короткий клык. Ну и плюс тут пин и вот такая вот деталька, которая на груди у нашей главной героини, Лиеллы. Я думаю, лишней она тоже не будет. В наборе имеется 3 мини-фигурки, поскольку это Battle Pack. Хотя в Звездных войнах 4, здесь всего 3. И кроме этого небольшой стреляющий механизм с такими вот укреплениями. И флаг. Флаг такой, даже не знаю, знамя скорее, знамя львов. Давайте посмотрим с вами мини-фигурки и потом перейдем, ну, к непостройке, к этой стреляющей штукенции. И начнем мы с вами с главной героини набора, это Лиелла. Ну, так написано, по крайней мере, в инструкции. Видимо, какой-то главнокомандующий клана львов. Вот такая вот бравая львица. У нее есть бронька, вооружена она таким вот копьем с ручкой. В руке у нее, ну, видимо, какая-то огненная энергия чи, кристаллик такой. У нее два выражения лица, такой вот забавный, кстати, он прям родимый пятнышко над губой. И вот такое выражение лица. Причем не совсем понятно, зачем делать двойные выражения лиц, непонятно, зачем делать два выражения лица, поскольку оно все равно вот в этой маске, тут все равно ничего не понятно. Ну, заметьте, на маске, кстати, мушка тоже есть, и прям губы накрашены, вся такая при параде боевом. Броньку снимать мы не будем, поскольку у нее туловище точно такое же, как и у нашего следующего героя. Сейчас мы его посмотрим. Второй наш герой не имеет имени. Не знаю почему, но вот не имеет имени. Но это тоже львица. Во-первых, у нее нету гривы, как вы видите. Ну и во-вторых, у нее... Ну, кстати, на внешней маске не видно, но внутри, сейчас покажу, тоже накрашенные губы. Вот такая челка. То есть она так идет. Львица-воин. Такая забавная девчушка. Вооружена она стреляющим бластером. Стандартная уже штука для Звездных войн. Сейчас во многие другие серии она, ну, внедряется так достаточно активно. Тело у нее точно такое же, как и у главной нашей героини. Такие одинаковые пропечатанные торсики и принты на ногах. Ну и мало ли кто не знает, как стреляет этот бластер. Мы берем бластер и нажимаем вот на этот спусковой крючок. И в результате чего производится выстрел. Промахнулся. Стреляет достаточно далеко, и в принципе, ну, это уже не новинка, поэтому подробнее останавливаться на нем, наверное, не стоит. И третьей мини-фигуркой набора является лев, воин клана львов. Вот такой парнишка с такой отличной шевелюрой, суровым выражением лица. У него и бронька попроще, ничего тут не прикрывает его могучую грудь. Ну и сзади у него тут поменьше всего. Вооружен такой штукенцией с двумя клыками и щитом. Если убрать шлем, то видно такое суровое выражение лица и с другой стороны довольная ухмылка. Ну а что ему грустить, у него в отряде две девушки. Причем одна из них командир. А теперь мы перейдем к нашей небольшой постройке. Функционально постройки набора можно на две части разделить. Первое — это вот это знамя. И второе — это стреляющий механизм укрепления. Знамя клана львов выполнено такой вот на пластике тонком. Из интересного, ну кроме знамя, знамя, естественно, пригодится, если вы устроите войнушку, без знамени никуда. Интересно, что здесь используются тройные золотые палочки. Редкая деталь, не часто она встречается, плюс золотой конус. Детальки самодельщикам пригодятся. Ну а в принципе знамя, оно и есть знамя, вот оно. Посмотрели, полюбовались, все убрали в сторону. И теперь стреляющая постройка, такой укрепрайон, состоит из двух вот таких вещей, отдельно ставятся они, ну штуки и штуки. И вот такой стреляющий механизм клана львов. Механизм регулируется
по углу атаки. То есть можно выше, ниже поднять. Стреляет вот такими вот дисками. В комплекте 3 диска. Это принты. Очень радует, что это не наклейки, но на самом деле качественная вещь. Их можно использовать в своих самоделках, да вообще где угодно. Ну, реально, отличная штука. Из минусов, наверное, вот этот стреляющий механизм является то, что вот эти детальки, они не очень часто. Если они у вас потеряются, ну, вам придется, ну, хорошо поискать похожие. Потому что если бы стрелял, например, обычными бы круглыми штуками с пупырышками, это было бы гораздо проще. Так, я думаю, они будут теряться. Все это держится на силе трения. И давайте попробуем стрельнуть. Сейчас я поставлю коробочки от других наборов, чтобы оно недалеко у меня улетело. Ну что, расстреляем наших львов. Хоть в одного да попаду. Хотя они сами туда падают. Так. Наводимся и нажимаем вот этот спусковой механизм, и он стреляет. Ну, кстати, бьет не очень сильно. Может быть, если щелчком делать, оно гораздо сильнее, но... Ну, такая. На самом деле... Ну, хорошо. Хорошо, никого вы, ребят, не пораните этой штукой. Влетает не очень далеко, не очень сильно. Если стрелять вот со щелчка... Ну, со щелчка посильнее. Ну, вот сбил хотя бы одну. Если нажимать пальцем, то не очень сильно вылетает, со щелчка гораздо сильнее. И в целом у нас получается вот такой вот укрепрайон со знаменем. Чем-то это мне напоминает, не знаю, крепости, которые со снежками кидаются. Такое знамя, небольшая крепость и три мини-фигурки за ней. И в качестве заключения пару слов о наборе на прощание. Набор отличный вариант накопить себе армию этих героев. Единственный минус, что очень много таких одинаковых львиц и львов, наверное, будут выглядеть не очень уместно на диарамке, но один, возможно, два таких набора можно приобрести. Плюсом является вот этот новый стреляющий механизм с этими дисками. Диски интересно как и стрелять ими, так и просто в качестве украшения, отличные принты на дисках. Ну, естественно, флаг, куда без него, любая война это знамя в первую очередь. На этом я с вами прощаюсь, вот такой вот маленький обзор маленького набора уходящей серии. Входящей серии Лего Чима. Много она нам всяких интересных вещей принесла, но, к сожалению, все хорошее кончается, и что-то будет интересно у нас впереди. На этом я с вами прощаюсь, ребят, всем до скорых встреч, отличных вам самоделок, и ждем вас среди подписчиков нашего канала. Всем счастливо, до свидания.